Здравствуйте, дорогие ребята! Урок алгебры 11 класса. Тема урока – сложение и умножение вероятностей, способы вычисления вероятности событий, и в основном мы будем сегодня заниматься решением задач. Проверим домашнее задание. В магазин вошли 12 покупателей. 8 человек купили хлеб, 7 человек купили сахар, 2 ничего не купили. Найти вероятность того, что наугад выбранный покупатель купил и хлеб, и сахар, купил хлеб при условии, что он купил и сахар, и ничего не купил. Итак, рассматриваем. Всего 12 покупателей. Красный круг – это купили хлеб, желтый – купили сахар, 7 человек, пересечение – это те, кто купили и хлеб, и сахар. 2 человека ничего не купили. Итак, первое действие. От 12 отнимаем 2, равно 10. Это те, кто сделали покупки. Второе действие. Мы находим, сколько покупателей купили и хлеб, и сахар. Это x. x будет равен 8 плюс 7 минус 10 равно 5. 5 человек купили и хлеб, и сахар. Идем дальше. Создаем события. Событие А – те, кто купили хлеб. Событие Б – купили сахар. Событие С – ничего не купили. Решаем. Вероятность события А, умноженное на Б, это пересечение. Там 5 человек, значит, дробь будет 5 двенадцатых, примерно 0,42. Второе задание было – купили хлеб при условии, что купил сахар. Это 5 к 7, 5 седьмых дробь. И ничего не купил – это вероятность события 2 к 12, или 1 шестая, или примерно 0,17. Идем дальше. Давайте посмотрим повторение. События А и Б совместные. Вероятность события А – 0,4. Вероятность события Б – 0,3. Найти вероятность их произведения, если вероятность их суммы равна 0,5. Итак, если события у нас совместные, то формула применяется следующая. Вероятность от А плюс Б равна вероятность события А плюс вероятность события Б минус вероятность их произведения. Если мы посмотрим внимательно, то многие вещи нам уже известны. Применяя формулу и правила при решении уравнений, мы находим вероятность произведения этих двух событий, а именно перебрасываем левую часть с обратным знаком, и получается у нас 0,4 плюс 0,3 минус 0,5 равно 0,2 вероятность произведения. События А, Б, С несовместные. И вероятность события А 0,4, вероятность события Б 0,2 и вероятность события С 0,3. Надо найти вероятность события суммы этих всех событий. Так как А и Б, а также и С не совместны, то мы можем с вами написать простую формулу. Это будет сумма вероятностей. Подставляем значение. Получается, что вероятность события А плюс Б плюс С равно P от А плюс P от Б плюс P от С. И отсюда получается, что ответ 0,9. Повторение. События А и Б зависимые. Вероятность события А 3 седьмых. Вероятность произведения этих событий равна 1 седьмой. Надо найти вероятность события Б при условии выполненного события А. Это условная вероятность. Решение. Так как А и Б зависимые, то произведение событий А и Б равно произведению вероятности события А на вероятность события Б при условии выполнения А, то есть на условную вероятность. Подставляя значение, мы получаем ответ, что вероятность события Б при условии выполнения А равно 1 третьей. События А и Б независимые. Вероятность события А равна 5 восьмым. Вероятность события А, умноженное на Б, равна 1 четвертой. Надо найти вероятность события Б. Так как А и Б независимые события,
то произведение этих событий, вероятность произведения равна произведению вероятностей. Подставляем числа в наше равенство и получаем ответ, что вероятность события B равна 2/5. Далее. Задача. Производится 3 выстрела по одной мишени. Вероятность попадания при каждом выстреле соответственно равны. Вероятность события А1 – это 0,4. Вероятность события А2 – 0,5. И вероятность события А3 равно 0,7. Найти вероятность того, что будет хотя бы одно попадание. Решение. Пусть событие Б – хотя бы одно попадание. Рассмотрим противоположные события. Событие А1 с чертой – это промах при первом выстреле. Событие А2 с чертой – промах при втором выстреле. Событие А3 с чертой – промах при третьем выстреле. Событие Б с чертой – это противоположное событие, значит, ни одного попадания. Тогда вероятность события Б будет равна 1 минус вероятность события Б с чертой. Далее. Вероятность события А1 с чертой – это противоположное событие к 0,4. Значит, у нас будет 1 минус 0,4 – 0,6. Вероятность события А2 с чертой аналогично. 1 минус 0,5 равно 0,5. Вероятность события А3 равна 1 минус 0,7 равно 0,3. Находим вероятность события Б с чертой. Это произведение этих событий, так как они независимы. Тогда получается 0,6 умножить на 0,5 и умножить на 0,3. И равно это 0,9. И опять, применяя формулу противоположных событий, вероятность события B будет равна 1 минус 0,9 и равно это 0,91. Следующая задача. Чтобы пройти следующий круг соревнований, футбольной команде нужно набрать хотя бы 4 очка в 2 играх. Если команда выигрывает, она получает 3 очка. В случае ничьей – 1 очко. Если проигрывает – 0 очков. Найти вероятность того, что команде удастся выйти в следующий круг соревнований. Считайте, что в каждой игре вероятности выигрыша и проигрыша одинаковы и равны 0,4. Решение. М больше или равно 4. Это число позволит пройти команде в следующий круг. Значит, рассматриваются следующие варианты. Первый вариант. 3 плюс 3 – это 2 выигрыша. Второй вариант. 3 плюс 1 – выигрыш и ничья. Третий вариант – 1 плюс 3 – это ничья и выигрыш. Так как вероятность выигрыша и проигрыша равны 0,4, то вероятность ничьей будет находиться по следующему виду. 1 минус 0,4 минус 0,4 и равно это 0,2. Итак, перед вами варианты событий. Смотрим. Вероятность события А. Команда выиграет оба матча. По формуле пересечения независимых событий вероятность события А равна 0,4 умножить на 0,4. Равно это 0,16. Вероятность события Б. Команда выиграла первый матч и закончила в ничью второй матч. Вероятность события Б 0,4 умножить на 0,2. И равно это 0,8. Вероятность события С. Команда закончила в ничью первый матч и выиграла второй матч, равна следующему. Вероятность события С – это 0,2 умножить на 0,4, и равно это 0,8. События А, Б, С попарно несовместны, значит, вероятность их объединения находится по следующей формуле. П от А плюс П от Б плюс П от С. Подставляем полученные числа. 0,16 плюс 0,8 плюс 0,8. И в результате получается 0,32. Следующая задача. Две фабрики выпускают одинаковые стекла для автомобильных фар. Первая фабрика выпускает 60% этих стекол. Вторая фабрика 40% этих стекол.
Первая фабрика выпускает 4% бракованных стекол, вторая фабрика 3% бракованных стекол. Найдите вероятность того, что случайно купленное в магазине стекло окажется бракованным. Брак первой фабрики, брак второй фабрики. Итак, решение. Первое. Вероятность купить стекло на первой фабрике равно 0,6, так как идет 60%. Вероятность брака в стекле первой фабрики равна 0,4. Вероятность события А. Куплено бракованное стекло первой фабрики. Находится по формуле для пересечения независимых событий. P от А равно 0,6 умножить на 0,4. Получается 0,24. Вероятность купить стекло второй фабрики равна 0,4. Вероятность брака в стекле второй фабрики равна 0,3. Вероятность события Б. Куплено бракованное стекло второй фабрики равна следующему. P от B равно 0,4 умножить на 0,3 равно 0,12. Искомая вероятность равна вероятности объединения несовместных событий А и Б. Значит, это будет P от А плюс P от B. Находим сумму 0,24 плюс 0,12 и равно 0,36. Следующая задача. Перед нами два кафе-автомата. В торговом центре два одинаковых автомата продают кофе. Вероятность того, что к концу дня в автомате закончится кофе, равна 0,4. Вероятность того, что кофе закончится в обоих автоматах, равна 0,22. Найдите вероятность того, что к концу дня кофе останется в обоих автоматах. Если посмотреть глазами математиков, то событие А и событие Б – это то, что как раз нам надо для задачи. Событие А – кофе закончится в первом автомате. Событие Б – закончится кофе во втором автомате. И их пересечение – это значит закончится кофе в обоих автоматах. Итак, так как вероятность события А и вероятность события Б равны 0,4, тогда мы каждому приравним это событие, и вероятность их пересечения 0,22. По формуле сложения вероятностей объединение, когда или, получается следующим образом. Вероятность события А плюс вероятность события Б минус вероятность их пересечения. Подставляем значение 0,4 плюс 0,4 минус 0,22 и равно 0,58. Противоположным событием будет А объединение с Б с чертой. Это когда кофе останется в обоих автоматах. Тогда, так как это противоположные события, мы находим через разность. Единица минус 0,58. Ответ 0,42. Следующая задача. Вероятность того, что новый электрический чайник прослужит больше года, равна 0,98. Вероятность того, что он прослужит больше 2 лет, равна 0,89. Найдите вероятность того, что он прослужит меньше 2 лет, но больше года. Решение. Событие А. Новый электрический чайник прослужит больше года. Его вероятность P от А равна 0,98. Событие Б. Новый электрический чайник прослужит больше 2 лет. Его вероятность равна 0,89. Событие С. Новый электрический чайник прослужит меньше 2 лет, но больше года. Событие А состоит из 2 событий – Б и С. События Б и С не совместны. Значит, вероятность события А будет равна сумме вероятности событий Б и С. Подставляем значение. 0,98 равно 0,89 плюс вероятность события С. Применяя правило решения уравнений, мы получаем ответ, что вероятность события С равна 0,9.
Следующая задача. В классе 26 человек. Среди них два близнеца – Хасан и Хусан. Класс случайным образом делит на две группы по 13 человек. Найдите вероятность того, что Хасан и Хусан окажутся в одной группе. Решение. Пусть один из близнецов находится в некоторой группе. Вместе с тем в группе окажутся еще 12 человек из 25 оставшихся. Значит, вероятность того, что второй близнец окажется среди этих 12 человек, равна 12/25 или 12/25. Получается вероятность 0,48. Задача. Научная конференция проводится в 5 дней. Всего запланировано 75 докладов. Первые 3 дня по 17 докладов. Остальные распределены поровну между 4 и 5 днем. Порядок докладов определяется жеребьевкой. Какова вероятность, что доклад профессора Н окажется запланированным на последний день конференции? Всего 75 докладов. Решение. Последний день конференции запланировано следующее число. Нам надо от 75 отнять 17 умноженное на 3 и разделить на 2. Получается 12 докладов на один из последних дней. Вероятность того, что доклад профессора Н окажется запланированным на последний день конференции, равна 12/75. Сокращаем 4/25 или 0,16. Итак, ребята, мы сегодня прорешали задачи, которые объединяют различные ситуации из нашей жизни, и вы видите, что теория вероятности в этом может помочь. Домашнее задание. С учебника упражнение номер 112 и две задачи. В чемпионате по гимнастике участвуют 20 спортсменок. 8 из Узбекистана, 7 из США, остальные из Китая. Порядок, в котором выступают гимнастки, определяется жребием. Найдите вероятность того, что спортсменка, выступающая первой, окажется из Китая. И вторая задача. В коробке вперемешку лежат чайные пакетики с черным и зеленым чаем. Одинаковые на вид, причем пакетиков с черным чаем в 19 раз больше, чем пакетиков с зеленым чаем. Найдите вероятность того, что случайно выбранный из этой коробки пакетик окажется пакетиком с зеленым чаем. Итак, на этом урок закончен. Спасибо за внимание. Салом, оғлам. Мен Алхоразмийман. Бүгін біз пайдаланатын шу ажайып рақамли технологияларны көріпсанмы? Бұл мана айнатады. Хазір мен сенге бір нәрсе көрсетемін. Барчасы бір нече жүз жылдар аввал шу жерде башланған еді. Мен яшаған ва алгоритмлар хақыдағы фанге асос солған hamda nolni kundalik hayotimizga olib kirgan sevimli o'zbek zaminida. Va bugun o'g'lim, biz texnologik qurilmalar, mashina va dasturlar hayotimizni boshqarayotgan hamda bu almashtirib bo'lmas holga aylangan davrda yashamoqdamiz. Ularning barchasi mana shu yerda dunyo yuzini ko'rgan algoritm tamoyillari asosida ishlovchi kompyuter dasturlaridan foydalanadi. Endi esa o'g'lim, yangi xorazmiy bo'lish va qachonlardir biz shu yerda boshlab bergan nufuzni qaytarish hamda dunyoni boshqarish navbati seniki. U shu yerda boshlangan va biz uni o'z uyimizga qaytaramiz. Savodli bo'la turib, kitob o'qimaslik bu savodsizlikdan farqi yo'q holat. Kitobsiz uy qalbsiz tanaga o'xshaydi. Kitobning bizga o'rgatadigan eng katta sabog'i
doğru sözlükdir. Kitablar ilim farzandlarıdır. Здравствуйте, дорогие учащиеся! Сегодня мы с вами познакомимся с темой «Эволюция органов гуморальной и нервной регуляции». Цели и задачи сегодняшнего урока у нас – ознакомиться со значением нервной системы и органов чувств, филогенез нервной системы и ознакомиться с эволюцией нервной системы и органов чувств. Что же такое саморегуляция? Это свойство биологических систем автоматически устанавливать и поддерживать на определенном относительно постоянном уровне те или иные физиологические и другие биологические показатели. Сигналом для включения того или иного механизма саморегуляции может быть изменение концентрации какого-либо вещества или состояния какой-либо системы, проникновение во внутреннюю среду организма чужеродного вещества. Некоторые, может быть, не поймут, о чем идет речь, но я вам приведу пример на перемещение хлоропластов в клетке под действием солнечного света. Цифра 1 указывает, что хлоропласты перемещаются вдоль стоком цитоплазмы, перемещаются хлоропласты вдоль клеточной стенки. А здесь мы видим, что у нас хлоропласты распределились по всей цитоплазме. Что такое хлоропласты? Это зеленые пластиды в зеленых растениях, где у нас имеется хлорофилл, это пигмент, вырабатывающий зеленый цвет и поглощающий солнечный свет. Значит, при ярком свете у нас стараются хлоропласты перемещаться ближе к стенке, а пасмурные дни распределяются внутри клетки для того, чтобы больше поглощать солнечного света. Нервная регуляция. Нервная регуляция – это совокупность процессов, обеспечивающих существование организма как единого целого с помощью нервной системы. Нервная система выполняет сходные функции, объединяет все органы и ткани в единое целое, обеспечивает связь с внешней средой. Нам придется сейчас с вами немножко вспомнить человек и его здоровье, программа 8 класса, потому что нервную систему мы не можем рассматривать, если мы не помним какие-то термины. Например, мы должны вспомнить термин «рефлекс». Запишите, пожалуйста, в тетрадь определение терминов. Рефлекс – это ответная реакция организма на какой-либо раздражитель. Например, вы укололи иголкой палец. Какой у вас рефлекс? Что вы делаете? Вы отдергиваете, правильно? Или обожглись от чайника, да? У вас идет, что рефлекс, вы убираете руку. Рефлекторная дуга, что такое? Состоит из рецептора, центростремительного волокна, головной и спиной мозг, центротяжное волокно, рабочий орган. Например, рецептор, вы ударили локтем, правильно? Что получается? Сигнал поступает по центростремительному волокну и поступает в головной мозг. То есть что мы делаем? Осознаем, что мы ударились локтем и нам больно. Дальше по центротяжному волокну у нас идет сигнал, что мы ударились локтем, и нам больно. Нервные центры. Нервные центры – это центральный компонент рефлекторной дуги, где происходит переработка информации, вырабатывается программа действия, формируется эталон результата. Что такое чувствительные нервы? Это обонятельные нервы, зрительный, слух. Двигательные нервы – это глазодвигательные, подъязычные, их очень много. Здесь я вкратце указаны примеры. Что такое безусловные и условные рефлексы? Безусловные – это врожденные – чихание, глотание, потоотделение. Условные рефлексы – это приобретенные и строго индивидуально каждому организму. Филогенез нервной системы делится на 5 этапов. Мы ознакомимся с каждым сегодня этапом. Сейчас
ознакомимся с каждым этапом, но пройдем всего три этапа. Четвертый этап и пятый этап мы оставим на вторую часть. Первый этап – это сетевидная или диффузная нервная система, свойственна кишечно-полосным. Давайте вспомним, что же такое кишечно-полосные. Какие это представители? Кто мне может сказать? Правильно, это представители медузы, гидра, полипы. Второй этап – стволовая нервная система, ресничные плоские черви. Представитель? Правильно, белая планария. Третий этап – узловая нервная система, кольчатые черви. Пример? Правильно, дождевой червь. Четвертый этап заключается в образовании нервными клетками непрерывного нервного тяжа, внутри которого имеется полость, трубчатая нервная система, характерная для всех представителей типа хордовых. Пятый этап является образованием головного мозга, который берет на себя функции формирования поведения круглороты, рыбы, амфидии, рептилии, птицы и млекопитающие. Филогенез нервной системы. Здесь на примере у вас показана нервная система гидры. Это кишечно-полосные, белая планария, мы говорили, это у нас плоские черви, дождевые черви, это кольчатые черви, и насекомые. Синим показана нервная система и как она располагается. Мы говорили, что кишечно-полосные нервная система диффузная, то есть распределена по всему телу. Нервная система белой планарии расположена два узла вертикально по всему телу и перемыкается между собой горизонтальными кольцами. Дождевой червь, кольчатые черви, то есть располагается здесь у нас надглоточные, подглоточные нервные узлы и брюшной. Посмотрите, какие длинные нервные узлы. У насекомых более немножко сложнее, так как насекомые делятся на голову, брюшко и тело. Значит, здесь у нас распределение идет нервного и между собой перемыкается надглоточными и подглоточными нервами. Эволюция нервной системы. У простейших ответная реакция на раздражение происходит в форме раздражимости. Нервная система отсутствует, то есть ее нету. Тип кишечно-полосные. Впервые появились нервные клетки. Нервная система у них сетевидная или диффузного типа. Вы видели на рисунке. Состоит из нервных клеток, многочисленные отростки которых соединяются друг с другом в разных направлениях, образуя сеть, диффузно пронизывающую все тело животного. При раздражении любой точки тела возбуждение распространяется по всей нервной сети, и животное реагирует движением всего тела. Тип плоские черви. Стволовая нервная система у ресничных плоских червей нервная система состоит из парного мозгового ганглия, от которых вдоль тела тянется пара нервных стволов с нервными окончаниями. То есть два ганглия вертикально, да, по всему телу, соединенными кольцевыми перемычками. В общем виде нервная система напоминает лестницу. Вот пример вам, то, что мы говорили, плоских червей, да? Показан рисунок. Головной нервный узел, то есть вот он большой. По всему телу расположены у нас вертикальные нервные системы и между собой перемычки, то есть вид лестницы. Здесь у нас головной нервный узел, продольные нервные стволы, поперечные нервные стволы. Тип круглые черви. Нервная система сосальщиков и ленточных представлена окологлоточными нервным кольцом и отходящей от него тремя парами нервных стволов, которые соединены перемычками. Из этих трех пар наиболее развита пара боковых стволов. Нервная система круглых червей состоит из окологлоточного нервного кольца, окружающего глотку, и отходящих от него вперед и назад 6 нервных стволов, из которых спиной и брюшной развиты наиболее сильно.
Тип кольчатые черви. Основной представитель – дождевой червь. Узловая нервная система. Нервную систему кольчатых червей составляет пара надглоточных узлов и пара подглоточных узлов. Окологлоточное кольцо и пара узлов брюшной нервной цепочки. Нервная цепочка берет начало от подглоточного узла и представляет собой посегментные расположенные пары нервных узлов. Соединенных между собой от ганглиев узлов отходят нервы к различным органам. Вот на примере здесь показано подглоточный нервный узел, то есть под глоткой, и надглоточный, над глоткой. Это дождевой червь, то есть разрезе показан, и у них идет брюшная нервная цепочка. Вот. Тип моллюсков. Моллюски, мы говорим, делятся на три вида. Это у нас двухстворчатые моллюски, головоногие и брюхоногие. Нервная система моллюсков состоит из окологлоточного нервного кольца, в котором наиболее развит надглоточный нервный узел, головной мозг, и нервных стволов, соединяющих нервные узлы, расположенные в разных участках тела. Такую нервную систему называют разбросанно-узловой. От нервных узлов отходят нервы к различным органам тела. Сложнее устроена нервная система у головоногих моллюсков, которые ведут подвижный образ жизни, и большинство из них являются хищниками. Здесь на примере появляется уже головной мозг, мы говорим, у моллюсков, да? Головоногие – это представители осьминогов. Здесь показана брюхоногая моллюска, это улитка. Что здесь имеется? Нервные стволы внутренних органов, посмотрите, желтым показано у вас, надглоточные ганглии, подглоточные ганглии. Ганглии – это узлы. Нервный ствол ноги, то есть орган передвижения, чувствительный. Тип членистоногие. Членистоногие делятся на три класса. Класс насекомый, класс ракообразный и класс паукообразный. Окологлоточное нервное кольцо и брюшная нервная цепочка у них. Нервная система членистоногих сходна по строению с таковой у кольчатых червей. То есть она схожа, да, похожа. У них увеличены размеры нервных центров головного отдела тела в связи с концентрацией здесь основных органов чувств. Показано на примере пчелы. Значит, что имеется? Имеется у нас надглоточный нервный узел, подглоточный нервный узел, брюшная нервная цепочка, желтым у вас указано. Ну и остальные здесь органы, да, показаны для того, чтобы видели, где располагается нервная система, пищеварительная система, органы размножения. Все показано. Подведем с вами итоги. Мы сегодня познакомились с филогенезом, филогенез нервной системы. В первом этапе мы ознакомились с сетевидной и диффузной нервной системой кишечно-полосных. Во втором этапе – стволовая нервная система, ресничные плоские черви. Третий этап – узловая нервная система кольчатых червей. Четвертый и пятый – мы об этом немножко поговорим на следующий уже урок, чтобы вы знали, что их пять этапов, да, какие изменения идут в эволюции. Запишите, пожалуйста, домашнее задание. Тема 39 по учебнику, параграф, страница 207-208. Первое задание – ответить письменно в тетрадь на вопросы страницы 207, задания 1 и 2. Второе задание – написать в таблицу характерные признаки нервной системы животных, работая с учебником, параграф 39. Что здесь вам нужно указать? Группа животных, у вас уже там указано, кишечно-полосные, плоские, круглые, кольчатые, моллюски, членистоногие, ланцетники, рыбы, земноводные, пресмыкающие, птицы и млекопитающие. Характерные особенности нервной системы. Сегодня мы с вами познакомились до членистоногих, то есть вы можете постепенно, да, заполнить характерные
признаки, особенности. Всем спасибо. До свидания. Maktab yoshidan boshlab pul topish mumkinmi? Albatta. Biz yangi texnologiyalar davrida yashayapmiz. Kundalik hayotimizning katta qismini smartfonlar va kompyuterlar kabi gadjetlar egallagan. Video o'yinlar va ijtimoiy tarmoqlar yoshlar orasida juda mashhur va asosan vaqtimizni ularga sarflaymiz. Ammo siz internet, kompyuter va smartfonlardan samarali foydalangan holda ishlab daromad topishingiz mumkin. Keling, internet va gadjetlar orqali ishlab daromad topishning 5 ta misoli bilan tanishib chiqamiz. Dizayn. Dizayner bu yangi narsalarni yaratuvchi inson bo'lib, ularga reklamalar, bosma materiallar, arxitektura, rasmlar, interfeyslar va boshqalar kiradi. Ushbu kasb turli toifalarga bo'linadi. Liboslar dizayneri, arxitektura dizayneri, mobil ilova va veb-saytlar dizayneri, motion dizayner, ya'ni animatsion rasmlarni jonlantiradigan mutaxassis va boshqalar. Siz dizayn bilan shug'ullanar ekansiz, go'zallik va ijodiy chizmalar bilan band bo'lasiz. Video blogging zamonaviy dunyoda bloglarning rivojlanib borayotgani hech kimga sir emas albatta. Blog va nashrlar bilan shug'ullanadigan insonlar blogerlar deb nomlanadi. Blogerlar bu o'z blog yoki kanallari orqali har xil mavzularga oid maqolalar yozadilar. Masalan, sog'lom turmush tarzi, tansiq taomlar, kino sharhlari, musiqa darslari, jamiyatdagi turli masalalar bo'yicha mavzular va boshqalarni yoritadilar. Blogger bo'lish uchun siz aktyorlik, ravon nutq so'zlash mahoratlaringizni rivojlantirib, qiziqarli mavzularni so'zlab bera olishingiz kerak. Turli xil kasb egalari bloglar bilan shug'ullanishlari mumkin. Sportchilar, musiqachilar, jurnalistlar, shifokorlar va boshqalar. Blog yuritish sizga vaqtni behuda sarflanmaslikka va undan samarali foydalanishga imkon beradi. Bundan tashqari, bu ajoyib vaqtichog'lik va o'zingiz yoqtiradigan ish bilan shug'ullanish imkoniyatini beradi. Copywriting. Copywriter bu reklama matnlari, shiorlar, videokliplar uchun ssenariylar, veb-saytlar, jurnallar uchun matnlar muallifidir. Xorijiy tillarni yaxshi biladigan copywriterlar reklama va shior matnlar tarjimoni sifatida faoliyat yuritishlari xorijiy reklama mahsulotlarini mahalliy bozorga moslash ishlari shuning evaziga yaxshi daromad topishlari mumkin. Dasturlash. Dasturchi bu kompyuter dasturlari, veb-saytlar, smartfon, planshet va boshqa gadjetlar uchun o'yinlar yoki dasturlarni yaratish bo'yicha mutaxassisdir. Dasturlash bilan shug'ullanar ekansiz, o'z kelajagingiz uchun istiqbolli va daromadli kasb egasi bo'lish kafolatini yaratayotgan bo'lasiz. Suratga olish. Yaxshi daromad topish uchun professional fotosuratchi bo'lishingiz shart emas. Chiroyli rakurslarni ko'ra bilib, ajoyib kadrlarni suratga tushirgan holda bloglar, reportajlar yaratish uchun foydalanishingiz kifoya. O'zingiz suratga olgan fotosuratlarni turli veb-saytlar uchun sotishingiz mumkin. Shuni yodda tutish kerakki, muvaffaqiyat bir kunda kelmaydi. Sarflangan vaqtingiz va kuch-g'ayratingiz har doim ham kerakli natijaga olib kelmasligi mumkin. Shuning uchun yuqoridagi sanab o'tilgan kasblar qat'iyat hamda doimiy o'z ustingizda ishlashni rivojlantirish talab etiladi va nihoyat professionalizmga bir necha oylik mashaqqatli mehnat orqali erishiladi. Стать программистом никогда не поздно. Сегодня у тебя есть уникальная возможность изучать программирование бесплатно. 1 миллион Узбек Кодерс. Стань обладателем профессии будущего. Здравствуйте, ребята. Сегодня мы на уроке будем изучать атомную модель Бора, строение атома. С этой темой мы с вами знакомились в 6 классе, когда говорили о внутреннем строении вещества и говорили о том, что все вещества делимы, состоят из множества мельчайших частиц, а молекулы, в свою очередь, делятся на атомы. И в 6 классе вам говорили о том, что атом в переводе на русский язык – это неделимый. На самом деле, более поздние исследования доказали, что атом тоже делится и состоит из элементарных частиц – протонов, нейтронов и электронов. Вот с этой структурой вы уже ознакомились в 8 классе.
Ну а сейчас вы уже доросли до 11 класса, и мы более детально и серьезно подойдем к этому вопросу. Итак, в истории физики были внесены несколько моделей строения атома. Первая модель была приведена Томпсоном. Он утверждал, что атом — это сплошной положительно заряженный шар, внутри которого вкраплены электроны. Шуточно эту модель называли модель кекса. А электрончики, подобно маленьким изюминкам, наполняли общую структуру кекса. Итак, он говорил, что это сплошной шар, внутри которого распределен положительный заряд, а еще имеются маленькие вкрапления электронов. И говорил о том, что на суммарный положительный заряд приходится такой же суммарный отрицательный заряд, поэтому атом в целом остается нейтральным. Прошло некоторое время, Эрнест Резерфорд, еще один физик, проводил опыты со своей опыты эти носят название по рассеянию альфа-частиц. В основе опыта вообще было определение структуры твердого тела. В то время был спорный вопрос, как расположены атомы друг относительно друга. Они на определенном расстоянии друг от друга или находятся близко друг к другу без промежутков. Когда Резерфорд провел эти опыты, если верить мемуарам Резерфорда, он после анализа фотографий он пришел к выводу и написал, что не только опыты ошеломили его, результаты опыта, не только между частицами есть промежутки, но и в самих частицах тоже есть промежутки. Он говорил про атомы. Когда проанализировали опыт Резерфорда, в чем он заключался? На золотую фольгу, тонкая золотая фольга, на нее направлялся поток альфа-частиц. Альфа-частицы – это ядра гелия, положительно заряженные. Он говорил так, если атомы находятся близко друг к другу, то частицы не смогут пролететь через эту фольгу. А результаты его ошеломили, что, оказывается, могли пролетать, но не все. Получилось рассеяние частиц. Какие-то просто отклонились от своего направления, какие-то полетели в другую сторону, и некоторые просто поменяли направление, видимо, встретили себе противоположное. Так вот тогда Резерфорд и пришел к выводу, что в центре атома находится положительно заряженное ядро, с которым встретились альфа-частицы и улетели. Мы знаем свойства, разноименные заряды притягиваются, а одноименные заряды отталкиваются. Так вот, видимо, альфа-частица, которая несет в себе положительный заряд, встретила себе подобную, поэтому она отклонилась, она улетела в обратном направление, оттолкнулась. Какие-то полетели, отклоняясь от своего направления, потому что встретили противоположный знак. И третьи просто не вступали ни в какие контакты, значит, они пролетели там, где их ничто не останавливало. Таким образом, Резерфорд пришел к выводу, что атом – это система разноименных зарядов. В центре находится массивное положительное ядро, вокруг которого вращаются электроны. И вот она получилась как бы планетарная модель атома. Массивное положительно заряженное ядро, и на своих орбитах вращаются электроны. Вот это первое было предположение. Потом, проведя несколько ядерных реакций, Резерфорд и Чедвик открыли еще новые частицы. Но так как мы знали, что есть в составе атома электроны, то протоны и нейтроны, очевидно, это частицы, которые входят в состав самого ядра. И отсюда появилась новая, более подробная модель атома. Ядро положительно заряженное, положительного ядра являются протоны, и вокруг ядра на своих орбитах вращаются электроны. На сегодняшний момент современная модель атома, которая фундаментальная, на сегодняшний день. Итак, атом, ядро. Вокруг ядра вращаются электроны. Ядро само по себе состоит из протонов и нейтронов. Вот это уже полная картина строения модели атома. Само ядро состоит из протонов и нейтронов. Обозначено протоны – носители положительного заряда. Протоны, они сообщают массу и заряд ядру. Нейтроны, они сообщают только массу ядра, они нейтральны, они не имеют никакого заряда. Электроны имеют отрицательный заряд, но они
сообщает заряд атома в целом. Мы по электризации тел в 8 классе говорили о том, что электроны могут покидать атом, наоборот, присоединяться к атому, и получаются заряженные частицы ионы. Но у нас сегодня другая, более детальная структура атома. Итак, значит, мы говорим с вами, что атом – это система. Система, в которой в центре находится массивное положительно заряженное ядро, и на своих орбитах вращаются электроны. На помощь Резерфорду пришел Нильс Бор, который ввел свои еще поправки в структуре атома. Он рассчитал радиус атома водорода. Радиус атома водорода составляет 0,529 умножить на 10 минус 10 степени метра. Это называется первая боровская орбита. И он вывел закономерность. Радиус n-ной орбиты атома, потому что атом не имеет только строго одну орбиту, может быть 2, 3 орбиты, 4 и так далее, то значит радиус n-ной орбиты можно найти так. Радиус первый умножить на n в квадрате, где n – это номер орбиты. Нильс Бор также рассчитал и энергию первого уровня, энергия атома водорода. Она составляет минус 13,56 электрон-вольт, эвы. И также система энергия n-ного уровня будет равна энергия первого разделить на n квадрат. Нам эти выкладки будут еще нужны. Теперь обратите внимание, у нас здесь атом, будем говорить атом водорода, электрон может находиться на одной орбите, это его нормальное состояние. Но иногда бывает, что электрон может перейти с одной орбиты на другую. Из курса химии вы знаете, слышали название электронное облако, электронные орбиты. Что это такое? Электрон, он взаимодействует с ядром. Мы знаем, есть кулоновское взаимодействие, также он, вращаясь по орбите, описывает окружность, и там присутствует центр стремительного ускорения. И так как он движется, он обладает и кинетической энергией. То есть в целом атом, вся система имеет определенный уровень. В зависимости от того, как расположены электроны, на каких орбитах, уровнях, мы говорим об энергии атома. Иногда бывает, энергия увеличивается или уменьшается. Мы с вами на предыдущих уроках говорили о том, что атомы излучают или поглощают энергию порциями, квантами. Так вот, сегодня мы к этому и подойдем. То есть, когда электрон находится на обычной своей орбите, он находится в так называемом стационарном состоянии. То есть атом в этот момент не излучает и не поглощает. И Нильс Бор вывел два своих основных постулата, о которых мы сейчас будем говорить. Итак, посмотрите, электрон может переходить на более орбиту. Вот посмотрите, здесь он с большой орбиты перескакивает на малую орбиту. Здесь наоборот, с малой орбиты переходит на дальнюю орбиту. Чтобы перейти на дальнюю орбиту, электрону и атому в целом необходима дополнительная энергия. То есть здесь происходит поглощение кванта или поглощение фотона. В этом случае электрон перескакивает с большего энергетического уровня на меньший. У него появляются излишки энергии, излучение фотона. Еще раз, если атом или электрон переходит на больший энергетический уровень, то с меньшего энергетического уровня на больший, то идет поглощение фотона или поглощение кванта. Если наоборот, с большего энергетического уровня переходит на меньший энергетический уровень, идет излучение энергии, излучение кванта или излучение фотона. В принципе, это одно и то же. Итак, постулаты Бора записываем в тетради. Первый. Электроны в атоме движутся по стационарным орбитам. В этот момент они не излучают энергию и не поглощают. То есть атом, каждый атом, находясь в своем стационарном состоянии, не излучает и не поглощает. Второй.
Электрон излучает энергию при переходе с верхней стационарной орбиты в ниже расположенную. То есть это мы говорим о чем? С верхнего энергетического уровня на нижний электрон и атом излучает энергию. Если обратный переход, то идет поглощение энергии. И вот, пожалуйста, номера орбит. Первая, вторая, третья и так далее. Значит, мы с вами говорим в данном случае об излучении энергии. И излучение энергии происходит или поглощение энергии за счет разности энергий энергетических уровней. И формула будет следующим образом. Итак, здесь показаны энергетические уровни, и атомы, или электроны могут, атомы в целом как система переходят на другой энергетический уровень. В данном случае с высшего энергетического уровня на нижний перескакивает и идет излучение энергии. Энергия кванта равна разности энергий энергетических уровней в общем виде. Итак, мы записываем. Я напишу в общем виде сначала: энергия равна энергия, допустим, n-ного уровня минус энергия m-ного уровня. Что такое n-ный и n-ный уровень? Это номера орбит. В каждом случае разные. Может быть, со второго на четвертый, с пятого на третий и так далее. То есть, чтобы не путаться, мы обозначаем буковками n и m. Энергия кванта, мы знаем, расписывается по формуле h ню равно. А теперь, используя преобразование Бора, мы можем записать так: энергия n-ного уровня, энергия первого, разделить на n квадрат. Минус точно так же энергия первого уровня разделить на m квадрат. Общий множитель мы можем вынести за скобку e1. И тогда у меня получается h ню равно e1, энергия первого уровня, умножить 1 разделить на n квадрат. Минус 1 разделить на m квадрат. У меня остаются только номера орбит. Энергия первого уровня – это постоянная величина. H – постоянная планка, тоже постоянная величина. Так вот, чтобы найти частоту кванта или частоту излучения, поглощения, можно записать так: e1 разделить на h и умножить 1 разделить на n квадрат минус 1 разделить на m квадрат. Ребят, посмотрите, пожалуйста, вот это e1 разделить на h. Энергия первого уровня разделить на постоянную планка. Вот это отношение величин носит название как постоянная Ридберга. Она обозначается r. Энергия первого уровня разделить на h. Она равна 3,27 на 10 в 15 степени герц. Постоянная величина. И тогда частота кванта может быть рассчитана по формуле r умножить 1 разделить на n квадрат минус 1 разделить на m квадрат. Это частота излученного кванта или поглощенного кванта, в зависимости от того, какие уровни мы рассматриваем с вами при переходе атома с одного уровня на другой. И вот она, наша формула. Так, домашнее задание. Прочитать тему 37 и решить задачу. Рассчитать частоту излучения кванта при переходе атома с четвертого энергетического уровня на второй. В принципе, у вас есть готовая формула. Постоянная Ридберга у вас есть, номера орбит тоже есть. Вы можете выполнить это задание самостоятельно. Итак, домашнее задание. Прочитать еще раз тему 37 и решить задачу. До новых встреч!